Самое изрядное дело, бессродности сродности теряет свою честь и цену так, как хорошая пища делается гадкою, приемлемая из урынала. Сие внушает древние старинных веков пословица оная, от врагов и дары, не дары. И слаще меда сия русская притча, где был у друга, что пил, в воду слаще неприятельского меду. И подлинно, самая мелкая услуга есть самая милая и чувствительная от природы, как от неисчерпаемого родника сердечного исходящая. Вспомните поселянина, поднесшего пригростью из источника воду проезжающему персидскому монарху. Вспомните, чему мы недавно смеялись, мужичка Конона, репе, принесенный в дар Людовику XII, королю французскому. Сколько сии монархи веселились грубою сею, но усердную простотою? Зачем же ока... окаеваешь себя, у маловерная душа, когда твой Отец Небесный родил тебя или земледелом, или горшечником, или бандуристом? Зачем не последуешь званию его, уклоняясь в высшее, но не тебе сродное? Конечно, не разумеешь, что для тебя в тысячу раз счастливее – все незнатной низкости жить с Богом твоим, нежели без Него находиться в числе военачальников или первосвященников. Неужели ты доселе не приметил, счастье твое где живет? Нет его нигде, но везде оно есть. Пожалуйста, чувствуй, что разумным и добрым сердцам гораздо милее и почетнее природный и честный сапожник, нежели бесприродный статский советник». Какая польза, если имя твое в тленном списке напечатано, а дух истины, сидящий и судящий во внутренностях твоих, не одобряет и не зрит на лицо, но на твое сердце? Останься ж в природном твоем звании, сколько оно неподлое. Лучше тебе попрощаться с огромными хоромами, с пространными грунтами, с великолепными названиями, нежели расстаться с душевным миром, сделав через сопротивление твое внутренним себе неприятелем так чуждого, сильного и непобедимого духа, самый ливанский кедр стирающего. Несколько окрухов и крупиц из языческого богословия. Яков, позволите ли нечто предложить на стол из языческих закромов? Григорий, представь, только бы не было идоложертвенное. Лонгин, Смотри, чтоб не смертело духом, Христовому благовонию противным. Все это значит у Павла бесовская трапеза. Афанасий. Возможно ли, что пища не была скверная, если она от языческого стола? Ермолай. А я верую, что она перестанет быть скверную, если Господь осветить он и соблаговолит. Все то святое, что доброе, все то доброе, что Господу приносится» все то Господне, Духу страха Божьего и Царствию Его не противостоящее. Если ж сам Господь осветил, то кто дерзнет сквернить? Давай сюда. Я прежде всех начну кушать с Господом и перед Господом, немало не боясь Моисеев угрозы. Истина есть Господня, небесовская. Яков. Предлагаемое мною не только не восстает против Господа, но сверх того стоит за ним. Лонгин. Разве ж ты позабыл, что всяк, кто не против нас, но нас есть, сказывает истина. И кто дает быть пророками? Разве иудеев только Бог? Ей и язычников дышит везде живущий во всех дух Господень и блажен послушающий его. Света значит похищенное у язычников золото посвящать в храм Господу и не меньше Богу любезный римский капитан Корнилий, как самый иудей в тайне обрезан по сердцу, а мыт по смыслу. Яков. Мне кажется, что сия божественная в человеке сила, побуждающая его к сродности, называлась у древних египтян Исис. У эллинов Атена, у римлян Минерва, сиречь натура. Природа называется Джениус, ангел природы, назывался тоже Бог. Афанасий. А почему называлась Минерва? Яков. Не знаю, а только думаю потому, что Минерва был человек, мужчина или женщина, к тому рожден, что мог для себя и для своих братьев хорошо научиться знать, где обитает счастье. Симон, научившийся, назвался у Элинов Уэдемон, то есть хорошо знающий. Противный же всему, как Уэдемон, как Демония. У римлян сей хорошо знающий, кажется, назывался «divini Юрис spiritus», то есть «хорошо знающий Божие право». Что же пресносущное? Величество Божие его именем означалось, сие, думаю, сделано для любви к нему и почтения, дабы через любезного человека имя означить вселюбезнейшего, приводящего к счастью и таящегося в каждом человеке Божьего Духа который собственного имени для себя не имеет и с которым неразрывная была дружба Минерва. Всего духа, если кто, не слушая, принимался за дело, а симу у язычников была пословица «Инвита Минерва» – «Без благоволения Минервы», а у нас говорят «Без Бога». И первее так говорено о науках, потом о всем, даже о самом мелочном деле. Если кто без природы сунулся во врачебную науку – или в музыку говорили «Invito Apollone» и Ратис Musis» без благоволения Аполлонова, без милости Мус. Если кто обращался в купечестве без дозволения Меркурьевого, если обитал в прекрасных рощах, на полях, на холмах и горах, при чистых реках и прозрачных источниках, уединяясь в лесах и в шумящих птичьим пением в садах, избегая человеческого сожительства и брачного союза, но без Бога, говорили без благоволения Дианы. Сколько должностей, столько сродностей. Сии разные к различным должностям божественные побуждения означались у них разными, разных людей именами, своими сродностями прославившихся. Однако все сии дарования столь различные, один и тот же Дух Святой действует. Так как, например, в музыкальном органе один воздух, разные через различные трубки, голоса производит или, как в человеческом теле, один ум, однако разно по рассуждению разных частей действует. Афанасий. По моему мнению, не очень плохо из языческого навоза собираешь золото. Часто загребается в горничном ссоре монета царская, а родник здоровейшей воды грязью затаскивается. Яков. Ведь басня о исполинах, воздвигших брань против Бога, всем знакома. Но она не перстом ли показывает на тех смельчаков, которые дерзновение и упрямие Духу Божественному сопротивляются, устремляясь с отчаянным упорством к великому, но совсем природе их неблагоприличному званию? Все сколь смердит Благомирзостью и нечестием, столь напротив того, благословенное Господом дело, будто полная роза, и благовонный ландыш сокровенную дышит красотою. Сия красота называлась у древних пренон, декорум, то есть благолепие, благоприличность, всю тварь и всякое дело осуществляющее, но никоим человеческим правилам не подлежащее, а единственно от царствия Божьего зависящее. И кто может человека наставить к тому, к чему сам Бог преградил ему путь? Отсюда думы родился у них чудный сейфилософский философский догмат, то есть доброта живет в одной красоте. Отсюда у них же следующая пословица: подобного к подобному ведет Бог. Она учит, что не только звание, но и высокостепенная дружба избрания не от нас, а зависит от Вышнего определения. Наше только дело узнать себя и справиться, в какую должность и с кем обращение иметь мы родились. И как сродность к званию, так и склонность к дружбе ни куплею, ни просьбою, ни насилием не достается, но сей есть дар Духа Святого, все по своему благоволению разделяющего. И последующий благому всему Духу человек каждое звание хвалит, но принимается за сродное. Всякому, доброжелательствует, но дружит с теми, кому особое Святого Духа чувствует привлекание. Всему верному наставнику столь усердно последовал Сократ, что и в самых мелочах его советов придерживался. Я вам недавно рассказывал, каким образом сей муж, выйдя из гостей, вернулся из переулка и пошел домой другой улицы по одному только внутреннему мановению, ничего не предвидя. Афанасий, а если бы не воротился, тогда что такое? Яков. То же, что другим не последовавшим. Нечаянно навстречу гонимое стадо свиной всех их переморало. Как видно из книги Плутарховой об ангеле-хранителе Сократовом. И нельзя поверить, что сей муж, находясь в беседах, не по большей части беседовал о сим премудром наставнике, о главе счастья. Оттуда носится и у нас премудрая сия пословица. Без Бога не до порога, а с Богом хоть за море. И когда таких беседников не стало в Афинах, тогда источник, наповающий сад общества и родник мудрости, совсем стал затаскан и забит стадами свиными. Стада сии были сборище обезьян философских, которые кроме Казистой маске, разумей философскую, япончу и бороду, ничего существенного от истинной мудрости не имели. Сии растлением испортили самое основание афинского юношества. Оно и вздумать не могло, дабы заглянуть внутрь себя к божественному своему предводителю. Беспутно стремились след бешеных своих замыслов, будто олень, которого крыльями бьет по очам сидящий на рогах его орел, дабы как можно пробраться к знатнейшим званиям, немало не рассуждая, сродны ли им те звания и будут ли обществу, а во-первых, сами для себя полезными, только бы достать облистательное, хоть пустое оно, имя или обогатиться. Судите, какое множество там было пожаловано ослов, мулами, а мулов лошаками. Тогда-то богачтение превратился в яд раздоры в суеверии и лицемерии, правление в мучительство, судейство в хищение, воинство в грабление, а науки в орудие злобы. Сим образом, воинствуя против Минервы, сделали себе защитницу свою враждебную, а республику погибельную. Афанасий. Или я ошибся, или ты твою языческую деву Минерву не без закона обрезал, но так как велит обряд обрезания, дабы непорочно посвятить ее Господу, Богу нашему, она перестает быть идолослужительную, не означая впредь тленную плоть и кровь, но служит являющемуся под именем, будто под одеянием ее, тому, о ком написано «Вы есть храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас». Кратко скажу. Ныне египетская Исис под именем и естеством есть то же, что Павловский Иисус – знаю человека. Но скажи мне, каковы были афиняне в то время, когда Павел к ним пришел, мудрые ли? Яков, если бы ты перезнал все твои телесные члены, минув голову, и от самого Рождества твоего, не веруя о пребывании ее, можно ли почесть тебя за знатока или за изрядного анатомика? Афанасий, фу! В то время был бы я самое изрядненькое чучело. Яков, Тогда был бы ты родной Павловых времен афинянин. Скажи мне, какая мудрость, быть может, в непознавших естества Божьего? Одно тленное естество в сердцах их царствовало. Зевали они не мирскую машину, но одну только глинку на ней видели. Глинку мерили, глинку считали. Глинку существом называли, так как неискусный зритель взирает на картину, погрузив свой телесный взор в одну красочную грязь но не свой ум, в невещественный образ носящего краски рисунка или, как неграмотный, вперивший теленое око в бумагу и в чернила букв, но не разум, в разумении сокровенной под буквами силы. А им и на ум не восходило сие нетленного нашего человека чудное слово. Плоть ничто, дух животворит. У них то только одно было истинное, что ощупать можно. Глиняные душки – те их защитники. Каждая мненица – то их божок, а каждый божок – то их утешенница. Собачьи охоту и Диану, математику Юпитера или Дия, мореплаванием Нептуна. Иного бога чтили оружейным бряцанием, иных – великолепными перами и уборами и прочее. А одно только осязаемое было у них натурой или физикой. Физика, философию а все неосязаемое пустой фантазией, безместными врагами, чепухою, вздором, суеверием и ничтожностью. Кратко сказать, все имели и все разумели, кроме что, не узнав ни физического, ни тленного Бога, с ним потеряли нечто, разумей мир душевный. А хотя чувствовали, что как-то, что-то, чем-то тайным ее каким-то ядом жжет и мятежит сердце их, но оно, как неосязаемое, так и презираемое было до толь, до искра выросла в пожар неугасаемый. Бывает же сие в каждом, что хотя весь мир приобрести удастся, однако невысказанными вздыханиями сердце внутри вопиет о том, что еще чего-то не достает, нечтость и будто странное и ненатуральное у больного жажда не утоляется. Так же то сделалось и с афинянами. Они чувствовали, что вся вселенная мудрость их проставляет, которую будто богатыми товарами род человеческий снабжали, но при всем том принуждены внимать тайному сердечному воплю. Начали догадываться, что досели, не все на все перезнали, и что, конечно, нужны еще какие-то колеса для коляски. Все недостаток своего хвального и прихвального одной только из икилевских колес вечности, не понимающего разума, поставленным монументом признали перед целым светом. Кроме любезнейших своих богов, которые всю их мудрость, будто ложные камни, стол по частям составляли, построили храм тому богу, которого сияние, как очи, кровью играющие, солнечного света понять и снести не могли. Храм тут был с ее надписью – неведомому Богу. Павел наш, между множеством кумирниц, сей храм приметив, ухватился за желанный повод к благовестию. Начал предисловие, что афинского шляхетства мудрость по всему видна, но что еще нечтось к совершенной их мудрости не достает. Однако, как сами всем благородную оную надписью признаются, «Сего, что вам благовествую, стал странник сей разгребать физический пепел, находит в нем божественную искру, и то господственное естество, которое им, кроме пепельной натуры, понятно не было. Показывать, что пепельное или гниненное естество, в котором сердце их обитало, есть идол, разумей, видимость и одно ничто, тьма и тень, свидетельствующая о живой натуре, нетленным словом своим века сотворивший, и что сие слово есть второй человек в земном теле нашем, жизнь и спасение наше. И сие это есть благовестить нетление воскресения. Но можно ли излечить больного, почитающего себя в здоровых? Нет, труднее, как вперить истину в глупое, но гордое сердце. Проповедь воскресения сделала Павла нашего буйством у афинян и игрушкой у их мудрецов. Отсюда-то породились его речи, мнящие мудрыми быть обезумели. Где премудрый, где книжник? Вот сколь мудры были афиняне во время Павла. Григорий, видно, что они любо мудрствовали, так? Как медведь пляшет, научен в рожке. Афанасий, конечно, пляшет по науке своей, и есть пословица «Медведя да учат». Григорий. Учат, но вовеки ему не уметь. Афанасий. Почему? Григорий. Потому что сие дело человеческое, не медвежье. Афанасий. Однако же он пляшет. Григорий. И волк в баснях играет на флейте козленку. Афанасий. А для чего не играть, если научился? Григорий. Какой сей капельмейстер, такой твой танцмейстер, Афанасий. Иное дело басня, а медведь пляшет действительно, Григорий. Если ты так действительно кушаешь, как он пляшет, Чуть ли и сам заохотишься танцевать, Афанасий. Как же недействительное то, что дело, Григорий, Без вкуса пища, без очей взор, без кормила корабль, Без толку речь, без природы дела, без Бога жизнь есть уже то же, что без размера строить, без закроя шить, без рисунка писать, а без такта плясать. Спросишь теперь, как недействительное то, что дело? Афанасий. Для чего ж забавно, когда он танцует? Григорий. Для того, что смешно. А смешно за тем, что не сродно и неприлично. Итак, нет бестолковия и вреднее, как медвежья твоя пословица – Будь волк по поварам, медведь мясником, а жеребчик под седаком. Сие дело честное. Если же волк играет на свирелке, медведь пляшет, а жеребчик носит по носку, нельзя не смеяться. Всякая безвредная неприличность смешит. А когда уже стал волк пастухом, медведь монахом, а жеребчик советником, сие не шутка, но беда. О, когда бы мы проникли, сколь сие обществу вредно. Но кто может пектись о других пользе, презрев собственную? И если для себя зол, кому добр будет, самим себе суть убийцы, борющиеся с природою, какое мучение трудиться в несродном деле? Само пиршество без охоты тяжелое. Напротив того, в природном не только труд сладок, но и сама смерть приятна. И сия таинственно тому, что во всяком звании находятся счастливые и несчастливые, спокойные и беспокойные, куражные и унылые. За принес родного в уединение, оно ему смерть, а с природою – рай. Уединение для меня – рай, вопиет блаженный Иероним, а город темница. О уединении кричит другой, ему подобен умерщвление пороком, оживление добродетелям. Для таковых сердец самая внутренняя пустыня тем многолюднее, чем уединеннее, отдельнее тем, чем празднее. «О, уединение!» — кричит другой, ему подобен. Умершление пороком, оживление добродетелям. Для таковых сердец самая внутренняя пустыня тем многолюднее, чем уединеннее, отдельнее тем, чем празднее. Будто виноградная ягода тем сладкой своей силе богатеет, чем варит и сокращает ее солнце в полудне? Афанасий. Зачем же люди сунутся в звание без природы? Григорий. Сам их спроси, Афанасий. Конечно, охота влечет их, Григорий. Конечно, те не виноваты, коих принуждают к всему. Афанасий. А если охота, откуда же мучиться? С охотою все приятно. А где охота, там и природа. А охота по твоей же сказке Есть родная дочь природы. Как же? Григорий. О, крючкотворная тварь! Как прихитрый змей вьешься, Развиваешься в разные свертки. Афанасий. Пожалуйста, не сердись. Как листецы и истины. Григорий. Хорошо, выслушай же прежде басенку. Басня о котах. Кот из пчельника по давнему знакомству пришел в деревню к своему товарищу и принят великолепно. Удивлялся во время ужина изобилию. «Бог мне дал должность», — сказал хозяин. «Она приносит на дом мой в сутки по двадцать туш самых добрых мышей. Смею сказать, что я в деревне великим катоном». «Для того-то я пришел повидаться с вами», — говорил гость, — «и осведомиться о счастье вашем». Притом и ловлю позабавиться. Слышно, что у вас хорошие появились крысы. После ужина легли спать. Хозяин во сне стал кричать и разбудил гостя. Конечно, вам страшное нечто во сне явилось. Ох, братец, казалось, будто я утоп в самой бездне. А я ловлей веселился. Казалось, будто я поймал самую чистую сибирскую крысу. Гость опять уснул Выспался и проснулся. Услышал вздыхающего хозяина. «Господин Катон, уже ли вы выспались?» «Нет, я после сонного страшилища не спал». «Ба, а для чего?» «Такая моя натура, что раз проснувшись, уснуть больше не могу». «Что за причина?» «Тут есть тайна». «Ах, друг мой, не знаешь, что я обязался быть рыболовом для всех котов всем селении. Ужасно меня беспокоит, когда вспомню лодку, сеть, воду. Зачем же ты взялся за рыболовство? Как же, братец, без пропитания в свете не проживешь. Сверх того и сам я к рыбе, большой охотник. Гость пошатал головой и сказал, «О, государь, не знаю, в каком смысле понимаешь имя сие Бог, но если бы ты придержался твоей природы, которую безвинно обвиняешь, был бы гораздо одной в сутки туши довольнее. Прощай с твоим счастьем, моя нищета лучше, и возвратился в свой лесок. Отсюда родилась притча сия. Катус амат писцес симул адит флюмен акварум. Кот охотник рыбе, до воды боится. Сие несчастье постигает всех охотников, не к званию, но к доходам. Не несчастны ли рассуждения любить от хозяина платеж, а виноград копать не быть охотником? Конечно, тот не охотник, кто не природный. Природному охотнику больше веселья приносит сама ловля и труд, нежели поставленный на стол жареный заяц. На искусной живописи картину смотреть всякому мило, но в пиктуре один тот охотник, кто любит тень и ночь, погружать мысли свои в мысли ее, примечая пропорцию, рисуя и подражая натуре. Никто не пожнет твердой славы от какого-либо художества, если около оного трудиться не почтет за сладчайшее, саму славу превосходящее увеселение. А тот уже самый верный друг званию своему, если и сама доходов убыль, нищета хула, гонение любви его угасить не могут, но без природы труд сладок быть никак не может. Многие, презрев природу, избирают для себя ремесло самое модное и прибыльное, но вовсе обманывается. Прибыль не есть увеселение, но исполнение нужности телесной. А если увеселение, то не внутреннее. Родное же веселение сердечное обитает в делании с родным тем оно слаще, чем сроднее. Если бы блаженство в изобилии жило, то мало ли изобильных, но равнодушных и куражных скудно. Изобилием снабжается одно только тело, а души веселит сродное делание. Сията есть зала сладчайшего ее пиршества – Тут она, будто хитрая машина, на полном своем ходу обращаясь, радуется и, находясь при одном роженном хлебе и воде, царским чертогам не завидует.